Не нервничай. Я ненавижу насилие. Я никогда не ношу оружие. Кто ты? Эй! Опусти винтовку, я несу деньги. Вот твои деньги. Вот деньги. Ты миллионер проклятый. А тебе я никогда не прощу. Никогда. Открой его. Открой. Нас убьют. Пока я отвлекал его, ты мог убежать. Я уже убежал. Я находился на пути в Бразилию, когда почувствовал тебя. Закрой. Закрой. Открывай. Почему ты не ушел? Почему я не ушел? Я скажу тебе, потому что благодаря тебе я теперь, черт побери, псих. Бенедикт. Думаю, чемодан принадлежит мне. Да, извини. Не просто чертов псих, а еще заразившийся тем, что зовется совестью. Никто не говорит, что быть хорошим легко. Я никогда не говорил, что быть хорошим легко. Вы двое, заткнитесь. Пошел ты, дружище. Ты получил свои деньги. Бери их и отправляйся наслаждаться роскошью где-нибудь. Попробуй в Бразилию. Очень жаль, я так не работаю. Вы двое видели мое лицо. Ну, кого первым? Ты собираешься убить нас, хотя мы отдали тебе деньги? Ты сообразил. Постой минутку. Ты забыл третье правило кризисной ситуации. Третье правило? Да. Третье правило. Третье правило. Что за третье правило? Есть. Тарарах. Человек, замахнувшийся на мое. Спасибо, что вернулся, Винсент. Мы братья, так? Мы семья. Правильно. Спасибо. Богатая семья. Хорошая семья. Что? Мы собираемся вернуть эти деньги? Нет. Да. Но почему?